курортного сбора в Ивановской области не будет, по крайней мере, пока. Депутаты областной думы подготовили обращение в Совет Федерации с предложением включить наш регион в число участников эксперимента, как пилотный в ЦФО. Предполагалось, что введение курортного сбора в туристических центрах, таких как Плёс, Кинешмы и другие, привлечет дополнительные средства в санаторно-курортную сферу, чтобы направление активнее развивалось. Однако до утверждения официального обращения стало известно, в Москве в участии Ивановской области в эксперименте не нуждаются. Руководство Федерального собрания приняло решение не увеличивать количество регионов, которые участвуют в этом эксперименте. Эксперимент сложный, задаются вопросы в том числе и из тех субъектов, которые сейчас стали пилотными площадками этого эксперимента, потому что там на самом деле затрагивается очень много групп интересов. В прямом смысле хорошо, что принято такое мудрое решение, посмотреть со стороны, как это будет реализовываться в других регионах. Поэтому мы приняли решение на комитете сегодня этот вопрос на заседание областной думы не выносить.